Участники экспедиции «Чисто Арктика» начали в Мурманской области испытания снегоболотоходов российского производства. Они могут перемещаться по любой местности, переплывать реку, озеро, болото. В машине-амфибии умещается до 8 человек, и она способна достаточно быстро доставить их в любую точку, независимо от погоды. Участники зимнего этапа научной экспедиции «Чистая Арктика» «Восток-77» отправились на болотоходах из Кандалак-Шевкировск. Их задача — понять, насколько эти машины пригодны к использованию в экстремальных условиях.